Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Представляете компанию 1С? 1С – управление нашей фирмой. В чем ваши услуги, что вы представляете сегодня на стенде? Мы автоматизируем малый и средний бизнес. И я хочу рассказать про наш новый релиз, который запланирован к выпуску 7 июня. В этом релизе мы делаем интеграцию с сервисом облачных сайтов 1С Yumi. И у этого сервиса есть такая приятная опция, как запись на услугу. Ну, то есть расписание какого-то, ну, например, салона красоты или спортзала. Да, можно для таких бизнесов, в которых есть запись на услугу, например, салон красоты, школа английского, еще что-то, где нужно забронировать конкретное время, какой-то мастер или какую-то услугу, можно записаться прямо на сайте. Плюсом этой интеграции является то, что все данные попадают в 1С ОНФ, и вы можете управлять как стоимостью услуг, списком мастеров, можете создать сайт, если у вас его нет, в один клик. И все данные, которые внесены в 1С, попадут автоматически на сайт. Правильно я понимаю, что это некая база данных, где мы можем увидеть и количество обращений одного и того же клиента, все его контактные данные, время, когда он обращался, периодичность? Да, по сути, это является мощным бэк-офисом. То есть вы накапливаете всю информацию о прошлых визитах и прошлых обращениях и можете планировать удобно все будущие визиты, обращения и список, и график услуг. Ну и мы можем предлагать нашим клиентам удобное время, исходя из их запроса. Да? К примеру, если человек каждый раз бронирует там, 5 часов вечера пятницы, то в следующий раз наш менеджер сможет дозвониться до клиента и предложить ему именно это время, именно в этот день. Да, именно так. И более того, клиент может сам записаться через сайт на это время через браузер, с компьютера или с мобильного телефона любым удобным ему способом. То есть, по факту, у нас есть фронт-офис, это сайт клиента, и бэк-офис, это ваш 1С, да? Управление нашей фирмой. То есть, я захожу на сайт и, нажимая на определенную вкладку, попадаю как бы в отдельное окно, где уже я могу записываться, и это и есть ваш сервис. Да, вы выбираете услугу, мастера, который ее оказывает, выбираете время и бронируете. В зависимости от настройки вам перезвонит администратор салона, либо бронирование осуществляется автоматически. Очень полезная и удобная услуга, особенно для малого и среднего бизнеса. Желаю развития и процветания. Спасибо большое. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.